Продовжуємо до вашої уваги тема дня. Поруч зі мною перший заступник голови облради Олександр Шаталов. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий вечір. Говоримо про другий майданцевський мільйон, дитячі майданчики та акцію проти гаражів. Всі ми пам'ятаємо майданс, гроші, які танцюристи наші виграли, всі майданчики, як їх будували, де вони зараз стоять. Зараз друга хвиля. Другий мільйон, який вже пішов від кіровоградських меценатів. Чи відомо, де будуть стояти нові майданчики, коли почнуть їх будувати, зводити, яка фірма буде займатися встановленням і виготовленням цих нових дитячих майданчиків? Ну, прежде чем ответить на всі ті вопроси, я хотів би от своего імені, я думаю, що от імені многих жителей Кировограда поблагодарить Станислава Семеновича Березкина, который принял такое вот неожиданное и приятное решение для кировоградцев и решил, что на годовщину майданца нужно подарить еще один миллион, потому что, ну, он справедливо отметил тот факт, что не хватает в нашем городе детских площадок. И вот те встречи, которые я провожу с людьми во дворах, практически на каждой встрече молодые родители, а иногда даже и бабушки, и дедушки просят, чтобы появились такие площадки. И я думаю, что тот факт, что Креатив Групп приняла такое замечательное решение, еще 1 миллион подарила, то идет только на пользу городу. Кроме того, что выделили миллион, приняли, на мой взгляд, очень мудрое решение с тем, чтобы сами жители определили, а где же должны стоять эти площадки. И принцип был заложен простой, понятный, прозрачный. Предложили создавать инициативные группы в микрорайонах, во дворах и собирать подписи за то, чтобы в этом конкретном дворе появилась площадка. И чем больше будет подписей, тем выше шанс этой территории, этой административной, этой группы людей инициативной получить эту площадку. В итоге в районе полутора месяцев, двух месяцев собирали эти площадки и определился список из 20 площадок, которые будут установлены в городе Кировограде. Я могу вам озвучить, я думаю, что нашим зрителям будет это интересно. Две площадки появятся на Новомиколаевке. На микрорайоне, 101 микрорайоне появится площадка. Я уверен, что там должны появиться еще площадки, потому что там очень мало мест, где может и дети, и молодежь провести свободное время. На улице Героев Сталинграда тоже появится. На Балашовке две площадки появятся. На поселке Новом две площадки появятся. Появится еще дополнительная площадка на поселке Горном. Я думаю, что в ближайшее время на средства массовой информации был опубликован весь этот список. И я думаю, что те инициативные группы, которые увидят, что их команда победила, будут рады этому. Ну а всем остальным инициативным группам я предлагаю не останавливаться на достигнутом, потому что совсем недавно, на прошлой неделе, собирался наблюдательный совет фонда «Розыток Кировоградщины», главой наблюдательного совета я являюсь, и мы обсудили с ними, приняли такое решение о том, что за счет фонда, за счет меценатов в городе будут установлены еще 5 площадок. Я думаю, что это будет очень здорово, это будет рекорд за все годы независимости, что в один год в городе будут установлены 25 современных детских площадок. Поэтому тем, кто еще желают проявить инициативу, те, кто желает, чтобы у них появилась такая площадка, могут в этом конкурсе принять участие. Для этого достаточно позвонить на горячую линию, сказать, что мы желаем поучаствовать вот в таком проекте. Им дадут специальные подписные листы, и они начнут свою работу. Что касается производителя, то мы, с одной стороны, пригласили и тех производителей, которые были в прошлом году, для того, чтобы они дали свои предложения. Но наиболее оптимальным и с точки зрения цены, и с точки зрения качества оказалось предложение харьковской компании. Вот Станислав Семенович настаивал на том, чтобы производители были украинские. Я считаю, что это очень правильный подход. Так вот, это наш украинский производитель «Люксон Спорт». Компания с многолетним опытом работы устанавливала и в Харькове, и в Сумах, и во многих других городах свои площадки. И для них очень важно продемонстрировать высокое качество и в городе Кировограде. Скажите, когда можно побачити, як будут виглядати ці майданчики? Їх буде 20, але, я так розумію, вони будуть невеличкі. Это будут одинаковые площадки, они будут чуть-чуть меньше тех площадок, которые мы ставили в прошлом году в рамках проекта «Майданс». Но это будут достаточные площадки для того, чтобы вот, потому что акцент делается как раз на таких дворовых территориях, достаточно для того, чтобы там много элементов, для того, чтобы ребята могли комфортно
играть там. И было удобное место для родителей, где сидеть, это тоже немаловажно. Потому что там предполагаются и лавочки, и урны, то есть такой хороший достаточно набор. А вот те 5 площадок, которые мы планируем дополнительно, они уже будут более такие масштабные, и они, мы в большей степени ориентируемся, чтобы они такие располагались в местах скверов, в местах, где могут с нескольких дворов могут прийти люди. Вот. Но, а в целом, я думаю, что в ближайшее время и в средствах массовой информации появится внешний вид, как эти площадки будут выглядеть. Еще в засобах массовой информации появилась новина про новую акцию, которую инициировали вы и Людмила Шубина. Это дитячі майданчики проти гаражів. Хотілося б почути більш детально про цю акцію. Ну, здесь важно сказать, что инициатором этой акции стала Людмила Владимировна Шубина и пригласила меня поучаствовать в ней, потому что она как человек, который понимает, что только командой, только вместе можно сдвинуть вот такие сложные проблемы. А проблема очень простая. Когда-то во время прошлой каденции депутатов были приняты, на мой взгляд, преступные решения, и на ее взгляд преступные решения, когда места под детскими площадками или спортивными площадками отдавались под строительство гаражей. Важно отметить, что пока еще эти гаражи не строятся, они вот только-только сейчас собираются это делать, завозят какие-то материалы и так далее. Я думаю, что, с одной стороны, мы должны призвать этих людей, ну, что ли, к совести, потому как это же все-таки не чужие люди. Если он там ставит гараж, значит, он где-то там рядом живет, значит, там где-то играют его дети, либо его внуки. Поэтому мы будем призывать этих людей отказаться, во-первых, от этих земельных участков. Потому что с точки зрения формальности и законности, наверное, у них есть все документы для того, чтобы построить гаражи. Поэтому мы будем инициировать обновление спортивных площадок, если они там есть, ну, восстановить ее функциональность. То есть, условно говоря, раньше были баскетбольные щиты, сейчас просто какие-то деревяшки, да, которые напоминают баскетбольный щит. Раньше были ворота, сейчас там просто какие-то остатки труб. Поэтому наша задача восстановить функциональность этих площадок, чтобы появились турники, ворота и так далее. То, что там было раньше. А в случае, если уже уничтожено все, то строить там новые площадки. И я думаю, что вот такая хорошая, добрая инициатива будет поддержана и жителями, будет поддержана и теми людьми, которые по разным причинам вот, подали заявки на то, чтобы построить там гаражи. Скажите, чи є якась конкретна адреса чи телефон, куди можна звертатися людям, які бачать от таку ситуацію, яку щойно розповіли, що будуть будувати гараж, але там повинна бути дитяча площадка, майданчик цей, куди їм звертатися? Я вам скажу, що у нас є замечательний такой контактний центр, куди можна позвонити і передати цю інформацію, це гаряча лінія губернатора, не нужно нікуди далеко йти, просто набрати телефон, рассказать об этой проблеме, можете сказать операторам, чтобы передали лично для Шаталова, и они тут же передадут мне, или для Людмилы Владимировны Шубиной, и это тоже будет передано ей. Поэтому, если у вас такие есть проблемы, я приглашаю всех кировоградцев не стесняться, брать, звонить на горячую линию и сообщать о таких фактах. Как долго триватиме эта акция? Я думаю, что она будет длиться столько, сколько нужно для того, чтобы восстановить законное право кировоградцев иметь возле своего дома спортивную и детскую площадку. Что ж, дякую вам за відповіді. На цьому будемо прощатись. Виділились тему дня. Приємно було з вами поспілкуватися. Гість у студії, перший заступник голови облради Олександр Шаталов. На все добре.